Добрый день, друзья и гости моего канала. С вами я, Лариса, на канале «Дивная птица». Наверное, сегодня пришел у нас срок. Зоря наша с утра вся чудная. Хозяйка ей застелила ее весь полог. Зоря стоит, Зоря кряхтит. Видел, тяжело дышит. Видела у нее... Знаете, такие потуги. Потуги. Слизь у нее шла всю неделю. Наша Зоря, наверное, собирается рожать. Потому что у нее 2 октября покрытие было. Сегодня у нас воскресенье, 27-е, поэтому, наверное, пришел наш срок. Она вот не понимает ничего, стоит, ты моя девочка, стоит, дышит, смотрит. Ты моя красоточка, ты моя девочка. И я сижу на стульчике. Поддержка, поддержка для моей девочки. Да, да, моя девочка, поддержка для тебя. Да, моя хорошая, да. Да, моя девочка. Вот как мы жалуемся хозяйке. Что что-то не то происходит. Она не знает, что происходит. Ты моя красотка. Я уже и тряпки принесла. Муська тут... Поддержка тоже. Муська тут хрумкает. У нее я жду 7 марта только. Ты моя кряхтушечка, кряхтит, кряхтит, моя девочка. Так что ждем, ждем нашу девочку. Вот она, вот она, вот она, вот она, капошится, сенца. Хозяйка, зачем, скажи, ты мне на полочек сенца накидала? Она стояла на полочке, поэтому я... Набросала, так думаю, мало ли вот так стоя, как умка в том году, чтобы упал на сено козленочек. Пойду схожу сейчас домой. Вот она, моя девочка. Пойду схожу домой. Потом приду еще. Ну вот у нас вечер. Зорюшка наша. Сено чуть-чуть совсем. Ну вот, повесили в обед. Она по сининке там дернула, ничего не ела. Вот у нее там выделение. Значит, над хвостиком мои пальцы друг друга сошлись. Видите, как она себя ведет? Тяжело дышит. И стоит. И стоит. Вот я. Пришла, села на стульчик, жду. Она меня, вымя стало больше, увеличилась. Жду, потому что с Муськой было. С Муськой я пришла, ни слизи не видела, ничего в том году. Она просто ела сено, и хорошо ела сено, и немножко как напрягалась. И через 40 минут я пришла, уже лежал козленок облизанный. Зоря стоит, Зоря приготовилась. Стоит. И Зоря тяжело дышит. И присаживается писать. Часто присаживается писать. Так что жду. Вот, только что писала. Вот она обратно. Обратно. Как, она как тужится. Она как тужится. Моя девочка. Побуду здесь. Покараулю ее. Вот, видите,
такое ощущение, что она собирается рожать. Вот она прям вся то затихнет, то начинает тяжело дышит, то начинает напрягаться. Я думаю, что будет вымя вообще стало большое. Большое стало вымя. Так. Вот такие. Жду. Вот такие новости у нас, друзья. Да, моя Зоря. Караулила я вчера целый вечер. И по полтора часа тут сидела с нею. Караулила. В последний раз в 12 пришла. До пол первого с нею просидела. Видела, что схватки у нее есть, но большое время между схватками. Так думаю, пойду. Время большое. Рассказывает, не забирай дочь. Я с утра забрала, я их всех забрала ночью. Время, так думаю, большое. Пойду пару часов полежу. Ну и что вы думаете? В 3 часа прихожу. Здесь все облизанные. Все уже кто-то наелся, наверное. Ой, ужас. Трое. У нас сегодня 2 мальчика. И девочка. Девочка последняя, маленькая. Совсем малюсечка. Девочку, как я говорила, мы будем оставлять себе. 2 мальчугана пойдут. Я вам покажу. Сниму их. Они у меня дома. И я решила, что девочка маленькая, пусть она останется под Зорькой. Зорьку я с утра доила. Ну как, ночью сразу в 3 часа, 3:30 я ее подоила. Дождалась, пока отойдет послед. Вот, козлят накормила с мисочки, потому что пробку у меня, эту соска к бутылке, которую я купила, жесткая, никто есть не стал, пришлось накормить с мисочки. Малышку тоже накормила с мисочки, вот я ее принесла сюда час назад, она была у меня в коробке с 5 утра и 2 раза ела у меня с мисочки, но... Сейчас я ее принесла, когда дождалась, чтобы она взяла сиську у Зорьки. Зорька-то 2 раза доена. Я Зорьку доила в 5 утра и в 8 я Зорьку подоила. Вот. Получается, что за 2 мои доения у меня получилось 200 литров молока. Ну, потому что ночью что там? Вот. Ну, не молока, а молозива. Так что... Решила мою девочку сюда, пусть она, вон она, я вижу, что она, наверное, поела, я ее когда принесла, она присосалась к сисечке, потом она стояла, сейчас она вот в уголочке спит, значит, если бы она была голодная, она в уголочке не спала, правильно? Вот она спит, такая красоточка, Шами, значит, мальчики будут продаваться, взвешу, мальчиков будут продаваться оба. Один черный на голове, белое пятно. Сниму, покажу. Второй похож. Пятна черные, уши длинные. Похож на Шани. Вот. Козлята, значит, получается 50% Шами. Козел из усадьбы «Белая коза». Лены и Лёши. Вот. Так что 50% Шами. Ну и если считать, что Зорька у меня Нубийка и Зааненка. Нубийка и Зааненка. Значит, 12,5 крови Заанинской и молочных кровей. И... 37,5 получается нубийской. Вот так. 50% Шами. Поэтому, кому нужны козлики, обращайтесь. До месяца, до 2 недель вообще отдам. Недорого. Вот, до 2 недель. Но до месяца. В месяц будет уже другая цена. Кому нужен производитель? Вот...
большинство вы смотрите. Кто не смотрит, может посмотреть, какие козлы. Ну, в усадьбе белая коза. Вот это папы. Папы наших красавчиков. Да, не переживай, не заберу. Я уносила, она так кричала. Я вначале думала, что я оставлю, а теперь нет. Я решила, пусть козочка будет с ней. Пусть будет с ней. Я буду наблюдать за ней. Буду наблюдать, буду смотреть. Ну, она вот сыта, значит. Я кормила ее в 8 утра с мисочки. Она у меня съела 150 грамм. Почти. Ну, грамм 140, наверное. Там чуть-чуть осталось. Грамм 140 она у меня съела. Вот, и потом она захотела кушать, и вот я ее понесла сюда. Я ее понесла сюда к 12 часам. Ее дождалась, пока она разберется, где сисечка. И пока она пососет, значит, вот пока меня не было, она наелась. Да, Зорюшка, с тобой она будет, лежит. Ну вот, вот вам красота. Значит, беленький на 50 грамм, больше 3,650. Черненький 3,600. Девочка 3,100. Малышечка моя. Вот такие, только что поели. Вот такие у нас ребятки. Вот такие хорошие мальчики. Вот такие. Так что кому... Вот этот белый очень такой. Кому нужен козленыш? Козел-производитель? Кому нужен козел-производитель? Шами с усадьбы от козла Шани с усадьбы Белая Коза. Пожалуйста, обращайтесь. Телефон будет под видео. Вот такие красавчики у нас. А девочка с мамой. Девочка с мамой. Вот они, топтуны два. Два топтуна. Этот полностью черненький, со звездочкой на головке. А этот прям взял коричневое, черное от Шани. Да, мои мальчики, хорошие. Рожки я свожу их. Через неделю удалю. Так что пишите WhatsApp, бронируйте ребят. Всего доброго, до новых встреч. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, буду очень рада.